Друзья, 6 часов 20 минут. Начинаем вторую часть рынка Махмутларчики, 12 марта. Продолжаю вас заряжать позитивом. Кому это нужно, кому не нужно, просто не смотрите, не надо писать гадости, пожалуйста. Сейчас идем по следующему ряду, где я еще не был. Первая часть уже вышла, она на канале втором, друзья. Ссылочка под видео на первую часть, если кто не видел. Будьте подписаны на оба канала, потому что видео выходят и там, и здесь. Так, вот тут я не смотрел, почем клубничка. В первой части мы шли по центральному ряду, основному, с самого начала. Клубничка 25 здесь, грибы 25. По тому ряду я не пойду, мы пойдем по второму сейчас. Здесь тоже клубника слева будет, сейчас посмотрим. Морковка здесь, наши ребята с витаминками. Показал в первой части. Клубничка, люди пробуют, по 35, по 30 есть, по 10 есть. Сегодня много клубники, по 10 есть, я не знаю, чем она отличается от той, что по 30, но сам факт, есть клубника по 10. Баклажанчики 15-10, лимон 5 лир кило. Клубника 30, шикарная, и 25, красивая вот такая вот, прям крупная, крупная. 10 тоже, и цукини, и баклажан по 10, банан 5, 8, лимон 4, банан 10, видите, цены разные совершенно. Людей много, потому что рынок вечерний, сейчас должны быть минимальные цены. Форма есть по 30 лир, я даже не уверен, что кило. Я, скорее всего, кило, потому что там она тяжелая, видно, это такая мощная форма, 15 гранат. Форму в понедельник надо купить хоть пару штучек, форму, потому что ее уже не будет, ее уже нету почти. О, молодец, молодец. Клубника по 17, супер цена, и продавец молодец. 13 помидоры на веточках вкусные, наши ребята с яблочками. По 7 в основном яблочки у них разных сортов. Вот та штучка вкусная, попробуйте, они машмалой тоже называют. Она очень вкусная, очень сладкая. Мараба! По 3 кило 10 лир есть яблочки. В оба они будут в понедельник тоже. Огурцы 10 нашего типа. Авокадо довольно-таки хорошие, на 10 лир штука. Перец 13-12, авокадо 8. Помидорки 15. Это грушка такая, 7 лир. Капуста штучка 5 лир, как раз она где-то кило примерно. Вот так она, в принципе, есть за кило, где-то 6 лир. 8 лир мандаринки. Вот сливы. И сливы, конечно, это с прошлого сезона. Как и виноград, как арбуз. Обожаю всегда, когда они вот так вот вешают, молодцы. 13 лир мандаринки, мандаринок меньше. Вот грейпфрутик дешевый, вообще 5 лир. Апельсинки 6. Перчик там по 10 лир, и очередь стоит. Такой маленький, не капи, а поменьше капи, но похож на капи. 3 кило он апельсинки. 3 лиры кило. Так, 3,90. Интересная цена на банан. Вот форма 5 лир пакет уже, конечно. Она очень вкусная, но ее надо сразу есть. Вы видите, какая она очень красивая, очень медовая, она очень вкусная, сладкая. Просто ее надо моментально есть, сразу мыть как-то аккуратненько и съедать. Так, а где Рома у нас стоит? И сладостями. Куда он отошел, может быть? Штука 5 лир маракуйя. Капина есть. Клад, мараба.
Хурма тоже есть красивая. Физалис, виноградик, тут все есть, супер. У меня денег нет. Не, на самом деле я просто отсюда ничего не хочу тащить, поэтому я здесь как бы ничего особо, кроме пучка рукава, покупать не планировал. 12 гранатик. 10 баклажан, 8 айва, 5 апельсин. Так, и я обещал прийти там. Людей много. Вот розовенькие помидорки вкусные по 10 лир. Курица 10. Щек зеленый. Не вижу цены. Это ромашки, если не ошибаюсь. Я помню, ромашковый чай охлажденный я очень любил. В детстве. Бабушки росли ромашки. 2 лиры пучочек петрушки. Это сок, интересно, что за сок, бутылочка. Очень много людей, вы видите. Сейчас еще, может, немножко по вещевому даже пройдусь. Лук 2,50. Банан 3 такой. Гёзлями. Минимальная цена на баклажан сегодня 10, получается. Огурцы тоже я меньше 10, по-моему, не видел. Тоже гёзлями. Перца капи мало, кстати. 5. Да, апельсинки. Перец острый 20. Клубничка здесь. Клубничка. 30. Ты шкюрлер. Спасибо. Помидорчики маленькие мне дали. Знакомые мои хорошие. Ну что, друзья, все, две части. Еще раз напоминаю, что первая часть у нас вышла уже. Она на втором канале. Махмутларчик, 12 марта сегодня. Мира всем. Здоровья. Лира 75, штука домашнее яйцо. Лира 75. В магазине сейчас в среднем 40 лир, лоточек 30 штук магазинные яйца. То есть ни разу не покупал почему-то домашние. Вот даже не знаю почему. Давайте дойдем до наших ребят с курточками. На них я, наверное, с вами попрощаюсь. Дальше там снимать смысла нет, уже все пособирались. Здесь у нас стоит родственник Метина. Можете приходить, говорит, Метин, Ромка Рокер. И вам самый вкусный сок сделать. Советую попробовать смесь обязательно апельсинового с гранатовым смесь. Пропорция, они сами знают, это очень вкусно, апельсиновый с гранатами. Марба! Вот такая нормальная такая красота. Супер. Очень вкусный апельсиновый, гранатовый, грейпфрутовый сок. Вот бутылочка, вы можете взять новые бутылочки, вам запаковывают. И вот готовый. Все можно взять с собой, всегда готовое. Так что приходите, человек хороший, сюда. Все, увидимся. Метин, привет. Так, и сейчас дойдем до наших ребят с курточками. Тут уже все складываются, конечно, время 6:30. Немножко прогуляюсь, я много снимать сегодня не буду, я хочу просто походить немножко. Всем, друзья, желаю, чтобы обязательно вы в этом сезоне приехали, чтобы у всех получилось. Солнышко еще светит здесь, на домик слева.
курточками. Собирается уже тоже потихоньку. Привет. Привет, брат. Как дела? Холодно, у вас холодно, холодно тут сегодня? Да? О, холодно. Сейчас надо теплую марба. Надо теплый. Холодно сегодня. Холодно. Надо теплые куртки опять покупать. Я уже думал, что эта куртка не пригодится. Уже с февраля я не одевал. И в феврале почти не одевал. А сейчас холодно. Новой модели. Ага. Сейчас все тут со скидками, потому что сезон уже как бы подходит летний, поэтому все можно покупать дешево. Все, друзья, спасибо большое. Всем, кто со мной, привет. Сегодня Махмуд Ларчик, 12 марта у нас сегодня. Постою немножко пообщаюсь с ребятами.